Тема видео — получение письма из Ужонда о либо получение побыта, либо отказ в получении побыта. Ты меня близко снимай. Ты снимай эффектно, чтобы было. Либо сам побыт, может, там в письме, в этом, то, что я сейчас зайду, получу на почте, если успею, будет часовой побыт, вид на жительство, в общем. Либо там будет отказ, ну, в общем, что-то там будет, и сейчас я это получу. Сегодня 20, сегодня уже 11 месяц начался. Подавался я на побыт 12-15 июля. Децизия сказали, будет 8-10 месяца, 8 числа 10 месяца. Ну, уже начался 11, то есть децизия опоздала на месяц. Несколько дней назад я был в Ужонде, я надеюсь, меня слышно. И там я до этого был в Ужонде, но они меня дважды отсылали, сказали, не могут найти мои документы. И вот на днях 29.10. Несколько дней назад я был в Ужонде снова, и мне сказали, что письмо отослано. Письмо шло, получается, около 9 дней. И сейчас я его... уведомление было на то место жительства, где я живу. Я потом удалю лишнее. В общем, с этой бумажкой, пакостно, очень паскудно напечатанная бумажка, ничего не видно, видно только, где получать это письмо. Долбанное письмо надо удалить точно. Сейчас пойду получу и увижу, что там будет. Там дальше уже будем от этого и отталкиваться. У меня сейчас память закончится. Подожди, не выключай. И я вам покажу сейчас две стадии, какие обычно, как я думаю, могут быть у человека эмоции, когда он выходит с этим письмом и читает то, что там написано. И вот, ну, в общем, два вида будет. Ждите. Смотрите на него. Хороший человек оставил оператора за окном мерзнуть. Подожди, ты что, без паспорта пришел? Да. Умным человеком. Ну что, этот умный человек решил забирать Ужонд без паспорта. Большая голова не значит умный. До 5 научился считать. Красавчик. Кажется, его сейчас выгоню просто. Шесть месяцев жизни коту под хвост.